Сегодня в Армении имеются агрессивные силы, и они с каждым днем усиливают свою агрессивность. И то, что за это время удалось избежать гражданских столкновений, это большое достижение. Как передает канал 13, об этом заявил на встрече с жителями Арагацумской области 20 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян. Вот уже 5 месяцев, как Республика Армения находится в послевоенной ситуации и в послевоенном противостоянии. Власти правительства подвергались и продолжают подвергаться очень агрессивным атакам. Ситуация, сложившаяся у нас в Армении, по сути, беспрецедентна, потому что в подобном тяжелом поствоенном противостоянии нам удалось избежать гражданских столкновений, сказал Пашинян. Он также отметил, что некоторые судьи поощряют призывы к убийствам. А почему в Армении еще есть такие судьи? Потому что у нас имеется большое упущение и преимущество. Когда в 2018 году мы совершили революцию, то взяли на себя обязательства относительно того, что в системе госуправления не будет погромов, у каждого будет свой шанс, и мы остались верны своим словам. В политическом плане мы были неправы, но в моральном аспекте – правы. Да, сегодня в Армении есть люди, которые хотят крови, чтобы на улицах Еревана в Арагацумской области лилась кровь, потому что эти люди не удовлетворились кровью 27 октября, 1 марта, десяток политических убийств. Они хотят кровопролития, заключил глава Кабмина Армении.